Это у тишины нужно спросить. Не без понятия. Ох. Я не знаю, что вам сказать. Я в расстроенных чувствах. Ой, господи, не прекращаются мои дурацкие слезы. Ну, как так? Нашел человека, оскорбил тебя, вышел. Ну, вот в чем смысл? Зачем это делать? У меня теперь сиди и не плачь. А в такие моменты тишины, о чем ты в основном мечтаешь или думаешь? Я не мечтаю. Я ставлю цели. Цели на будущее. Достаточно глобальные, потому что нужно ставить глобальную цель и приходить к ней спустя маленькие шаги. Моя цель изначальная – это ни от кого не зависеть, в первую очередь. Ни от родителей, ни от молодого человека, ни от кого. В первую очередь быть независимой, свободной, найти дело всей своей жизни и, конечно же, путешествовать. Я мечтаю, говорю, ставлю себе цель – купить фургон на колесах, такой дом на колесах сделать, и поехать в Анталию, в Италию, в Шотландию хочу очень. Ну, конечно же, в Таиланд. Да, вот так. Вот такие у меня цели. А у вас какие цели? Дом. И скажите, как вас зовут, буду рада знакомству. Да, прямо через весь мир хочу проехать. О, Роман, очень приятно, красивое имя. Рома, Роман. Роман. Нет, правда, красивое имя. Ох, сына так назову. О, нет, это песня. Да, она мне вообще не нравится, если честно. А какие вам песни нравятся, Роман? Расскажите, поделитесь сокровенным.